Фамилия, имя, отчество твое. Сухраев Абдин. Громче говори. Сухраев Абдин Зафирович. Дата рождения. 12.01.95. Звание. Давай. Что делаешь тут? Тут? Да, что ты делаешь в городе Харьков? Как ты сюда попал? На машине. Когда? Ехал на машине. На какой? Вчера. На какой машине ехал? На бронированной машине ехал. С какой стороны заехали? За руль. Со стороны... Там мост был. Дорога, автострада. Туда. Сколько у вас ехало? 4 машины. Во сколько начали движение на Харьков? По времени? Темно там, часа 3, наверное. Когда пересек границу? Границу когда пересек? Вчера. В каком вроде. Месте? Вчера вроде. Нет, границу. Харьков. Харьков? Нет, границу с территорией Украины. Украины, да. Ну, вчера вроде, я не знаю, когда. С какой стороны ехали? Я не владею картами. С откуда вы ехали? Где дислоцировались до момента пересечения границы? В Белгород. В поле. В поле дислоцировались. Ближайший город какой? Не знаю. Там есть другие, разные Курск, Белгород. Белгород или какой? Воронеж. Я не... В поле просто. Как вы попали в поле? С какого города? С Пскова. В Пскове что находится? Часть. Воинская часть, правильно? Номер части. Номер части. 54-44. А с какого года на службе? С 19-го. Контрактная служба или срочная? Контрактная.